26 апреля Московский областной центр крови при поддержке администрации Одинцовского городского округа проведет в муниципалитете донорскую акцию. Массовое мероприятие проведут в волейбольном центре с 9 до 12 часов. Напоминаем, что при помощи так называемого донорского светофора по ссылке yadonor.ru можно в режиме реального времени отслеживать ситуацию с наличием донорской крови разных групп.